Ну что, весна пришла. Подрезали деревья и кусты. Я подрезаю вот именно весной. Почему? Потому что если осенью подрежешь, большая вероятность того, что, во-первых, какие-то ветки могут подмерзнуть. Значит, весной их опять подрезать. Плюс за счет снега какие-то ветки могут сломаться, опять подрезать. И получится так, что ты осенью что-то вырезал, а весной дорезал, и у тебя там хрен да ни хрена осталось. А так весной все видно, что засохло, что подмерзло, что старое надо уже, соответственно, тоже ковырять. И так вот как-то старые, вот на смородине, все старые корни, которые и от них палки идут старые, вырезаю, и вот молодая поросль пошла. Соответственно, вот даже если, например, в этом году что-то особо и не будет на этом кусту, значит, на следующем будет много. И так вот они омолаживаются. Вот они сколько всю жизнь мою сидят, и так вот омолаживаются и омолаживаются. Не покупаем ни саженцы, ни черенки сами не сажаем, а как-то вот так вот оно идет и идет. И вполне хорошо. Вот цветочки уже к вечеру закрылись. И яблони тоже подрезаю именно, либо если какие-то толстые, совсем большие ветки, то зимой, потому что зимой на морозе большой спил, он не болеет. И получается, ты его спилил, и не надо ничем ни замазывать, ни красить. Он за счет мороза сам затягивается, и к весне уже нормальный пенек получается. А молодняк тоже обрезаю по весне, потому что, опять же, что-то может подсохнуть, осенью не увидишь и так далее. Так что как-то так.